чудесная погода в Петербурге, наконец-то. Не очень жарко и приятно, свежо. И это отличный повод для того, чтобы выйти на связь. Я в последнее время не особо общительная. Какие-то у меня внутренние процессы в голове происходят, но все только во благо. А еще знаете, что во благо? Я ищу оператора и монтажера, либо оператора-монтажера. В общем, мне нужно усиление ураганной команды. Поэтому, если вы вдруг чувствуете, что вы желаете, хотите или только на пути в свое творческое будущее, то напишите мне, оставлю ссылку на свое агентство. Там можно форму на сайте заполнить и скинуть туда на свои шоурилы мне ссылочки. Вот. Самое сложное в тренировочном процессе лично для меня — эту тренировку в целом начать. Потому что лень, матушка, она такая. Но сегодня еще усложнилась у меня задача. У меня болит спина, и поэтому тренироваться с больной спиной и с ленью вообще тяжело. Но все-таки я начала. У меня здесь, значит, коврик с двумя видами валиков массажных для моей спины. И я еще растягиваю здесь, потянусь после тренировки. Это фитбол, на котором я качаю пресс. Да, я сегодня качаю пресс. И заодно тоже тяну свою спину. И делаю приседания с трастерами, с гантельками. Просто чтобы... А, еще делаю разведение. Вот здесь. Обожаю разведение. Короче, прям вообще спорт из лайф. Если бы не лайф из лень, то вообще было бы классно. Вот так.